Небольшой лайфхак для тех, кто работает, вот как я сейчас, с двигателем, либо где-то на высоте, либо где-то еще в неудобном месте, где можно уронить вниз болт, саморез, шуруп и так далее. То есть, чтобы он не упал, не пропал или там куда-то не туда залез. Значит, смотрите, давно этим пользуюсь, работаю и на высоте, и вот так с двигателем. Беру винт, который я могу профукать, и привязываю вот такой ниточки, веревочки. Все. То есть теперь мы свободно рукой туда подлезаем и пытаемся его закрутить. То есть если у нас вдруг у нас падает, то мы его всегда можем за ниточку опять поднять. Вот она. Почему не магнит? Почему не магнит? Ну, потому что магнит на ниточке еще надо опустить, чтобы он никуда не прилип. Есть магниты на телескопической такой типа антенки, выдвигается даже с фонариком. Но опять же, еще надо найти, то есть он может закатиться и под двигатель, на поддон, куда угодно. То есть надо его еще найти, чтобы примагнитить и вытащить. Вот. А это все упал, потянули. Может, конечно, где-то зацепиться, согласен. Вот. Но, как правило, я вытаскиваю. Все, закрутили, ниточку оборвали. Она бывает сама даже часто отваливается. Можно шестигранничком начать закручивать. Уронили, сразу достали. Ну, также, кстати, некоторые инструменты я тоже подстраховываю, ниточкой иногда подвязываю. Так что, народ, пользуйтесь.